Привет, это Assassin's Creed Syndicate, дополнение под названием Джек Потрошитель. Иви выяснила, что Джек перевозит заложников по реке в плавучую тюрьму. Это старый корабль, который находится в заброшенном гарнизоне возле глубоководного порта Дептфорда. Пора закончить с этим, покончить, блин. Закончить. Пора так пора. Не буду возражать. В этот раз даже быстро загрузился. На этих старых кораблях размещали преступников до отправки в колонию. Проникните в плавучую тюрьму. Посмотрим, не навестит ли Джек ценных пленников. Извини, парень. Стукануть хотел. Бум. Проваливайте. Так, поговорите с заключенными. Джейкоб, это ты? Помогите. Что это за тамплиера? Скажите, почему я здесь? Никто мне не говорит. Это Джек! Джек Потрошитель! Клянусь, это он нас похитил! Он пытает нас уморить голодом, пока не напишем родным, чтобы слушались его. Он убьет нас. Он здесь? Сколько вы не видели Потрошителя? Найдите заключенных на втором судне. Джек держит их как животных. Они все умрут от холеры, если надзиратель не повесит их до того. Так, тут есть кто-нибудь, кого я могу напугать? Ну да. Полно народа. Угомонись. Так, вот этого надо... Бомбу! Кто стреляет? Ты что ли? Обалдел? Он точно умер? На! Стрелял он в меня. Я ведь поверил, что он испугался. Прошу, не бросайте нас. Главный надзиратель издевается над нами. Со мной неделями никто не говорил. А потом помощник надзирателя спросил, сколько я вешу. Нужно пробраться в главную тюрьму и найти надзирателя, пока он не повесил кого-нибудь Джеку на потеху. Сейчас мы его замочим. Если его надо будет, конечно, мочить. Ей сюда нельзя. Надо было в голову прицелиться. Осмотримся. Приметим что-нибудь. Обычно надо осматриваться перед убийством. Но здесь я не знаю. Может, просто так осмотримся.
Отправляйтесь на работу, ленивое отродье! Надзирателю необходим поклон! Главный охранник. Возможность проникновения. Вместе мы выберемся отсюда. Возможность помощи. Нужно точно рассчитать вес, мягко толкнуть, а дальше сама пойдет. Помощник надзирателя. Может растянуться сантиметров на 6-7, еще до смерти. И сам надзиратель. Нет, там сена что ли нету? Могла бы и спрыгнуть нормально. Надо его не запугать. Что тут у нас в сундучке? Ключ не так уж мне и нужен. Вот уникальное убийство. Хотя можно и ключ взять. Почему нет? Надо было другого убить. Ну да ладно. Да что ты там свистишь, коза? Убьем его. В задницу воткнули. Клинок. Ну, убивайте уже друг друга. Это надолго. Ну, ладно, освободим. Мне не сложно. Ну, спускайся. Только не умрите там. Так, нет, нож потерял. Ты можешь прицелиться, нет? Чего он встал? Сейчас вас раскидаем. Ну нет, не бейте даму. Можете идти домой. Я даю вам выходной. Ну,
Так, где лестница? Вот она. Нет, прекрати, я просто хотел его убить. Хочу уникальное убийство. А, уникального уже не будет, что ли? Умер. Гори в аду вместе со своей пользой. Этот садист работал на потрошителя. Но следов Джека тут нет. Джейкоб знает и не хотел создать монстра. Но уничтожить его должны мы. От этого зависит наследие братства. Надо сообщить Эберлайну о том, что я нашла. Так, надо вызвать инспектора. Замолчи. Сундук я трогать не буду. И без него хорошо живется. Мне нужен инспектор Аберлайн. Дело срочное. И где же он? Снова потрошитель? Где? Ладно. Спасибо. Стоп. Надо предупредить местных. Отправьте всех, кого можно, в старую тюрьму Хал. Ключи. Тысячи опыта. Ну, Джек. Будем играть за него. Его сестра истеричка думает, что сможет поймать Бутра. Закончите дела. Убейте свидетелей. А, копы приехали. Как приехали, так и уедут. Так, где мой револьвер? Нет, стоп, не то.
убегайте. Я требую оружие и поздравляю. Это сейчас. Минус один. Свидетель. Еще трое. Так, вон он. Можно удирать? Нет, где лестница-то? Я ее потерял. Где спуск? Где он? С другой стороны, ясно. Вы-то чего приперлись? Бойтесь меня. Вон. В каком виде мне подать ваши... Не трогайте меня. Еще один. Где? Прибежали. Толпа такая. Свалите. Так, где здесь свидетель-то? Еще в другое место идти. Где я? Убить. Достали вы меня, копы. Сколько можно? Вы должны меня бояться, а не преследовать. Я же вас запугиваю. Ну. Все. Один не испугался. Силы свои поверил. Найти. Уничтожьте улики. Я же приказал надзирателю сжечь все личные вещи. Полиция не должна найти эти улики. Никто не должен найти вещи моих гостей. Опять кого-то убить там надо? Или сжечь? Или убежать? Найти. Наверное, сжечь. Улики опять. Ой,
ты чего ты делаешь-то? А я и забыл про них. У меня еще будет время поиграть, когда закончу с мисс Фрай. Покиньте область. Ладно, убегать я умею. Очень даже хорошо и быстро. Никто меня никогда не догонит и не поймает. Очень скоро она увидит мой шедевр и тогда придет ко мне. Я так жду воссоединения семьи. Опять за него, что ли? Нет. Не за него. Ну и ладно. Так, сколько у меня очков? 9. Распространение страха. Так, ну вот, выбор-то у меня невелик. Мучитель. Так, это совсем близко. Метров. Ой, Чепл. Что теперь нам скажут? Зайдись. Ну, блин. Копы офигельные. От такой наглости. Мать всех злодейств, это преступление потрошителя должно стать последним. Иви нужно понять, где он просчитался, найти то, что поможет ей положить конец царству ужаса потрошителя. Так, 4 улики. Это чудовищно, отвратительно, нет слов, чтобы описать эту невероятную дикость. Еще теплый. С одной стороны у пятна крови ровный край, значит раньше там был какой-то предмет. Отсюда я не могу понять, что это значит. На двери кровь. Странный символ напоминает тот, что был над телом. Видимо, полицейские открыли дверь, когда пришли сюда. Что это?
потом найду тебя и отправлю в твой личный ад. Что удалось мне? Сообщение для меня. Он хочет, чтобы я нашла его. Надо вернуться на первые места его преступления. Держите себя в руках. Эй, нечетный, убили рядом с кладбищем Уайт-Чепеля. Так. Пойдем напрямик по крышам. Так, отправляйтесь к месту убийства и не чемпион. Место убийства. Надо никого не убивайте. Иначе не смогу провести расследование. Я же не убиваю. Так. А вот этого надо приковать. Потому что он не из пугливых ребят. Так, улики. Где улики? А, вот. Что это, кровь? Первый удар потрошителя не убил ее, и это была глубокая рана. Женщина истекала кровью. Она убегала. Здесь потрошитель нанес второй удар. Она потеряла много крови, но обе раны были не смертельными. Позволив ей убежать, Джек продлевал ее мучения. По следам похоже, что здесь она обернулась. Судя по тому, сколько тут крови, она ненадолго остановилась, прежде чем бежать дальше. Обернулась ли она на Джека, или же нашла место, чтобы спрятать подсказку? Третий, самый сильный удар. Но и он не убил ее. Джек наслаждался ее страхом, смотрел, как жизнь постепенно покидает ее. Так. Эх, что уж тут. Тело, здесь она упала, измученная, напуганная, беспомощная. Он так и не нанес ей смертельный удар. Джек просто стоял и смотрел, как она умирает, лежа в луже собственной крови. Так, добраться. Опять траектория. Куда она бросала это? Вон пятно. Обалдела, что ли? Сюда отдай кольцо мое. Животное. Да я только посмотрю и верну тебе. Джек хотел, чтобы я их нашла. Нашла. Видимо, ворон оставил кольцо в гнезде. Послание. Ваше кредо не смогло защитить нас.
послание для моего брата. Кэтрин Эдвинс убили на площади недалеко от железной дороги. Ладно, проходи дальше, будем в следующей серии. Пока.